Такая вот посылка небольшая. 116 грамм, оценено в 2,18 доллара. Даже не представляю, что это такое. Почтой Малайзии, без трек-номера шли, просто обычная посылка, обычный вот трек-номер вот этот, почта Малайзии, он отслеживается только по Китаю, пока идет, и пишет, когда импорт. Я пользуюсь отслеживателем мои посылки, My Parcel сайт, и вот там вот треки доходят только вот до импорта в России. По Китаю везде идут, и последний пункт — импорт Россия. Даже не пишет, где Москва, Санкт-Петербург, там Новосибирск. Просто импорт, все. И потом след теряется, пока не заберешь его с почты. Пока в почтовый ящик не кинут тебе оповещение. Ну что ж, давайте откроем, посмотрим. Так, по-моему, я уже догадываюсь, что это. Сейчас посмотрим. Если я догадываюсь, человек, что это такое, довольно-таки симпатичные вещички. Так, все, ничего нету. Так. Должны быть ожерелья женские, такие вот штучки. Да, похоже на их. Очень много хороших положительных отзывов было про них, про эти ожерелья на сайте. Девушки, женщины покупали и писали. Вещь не особо сильно дорогая, но достаточно прикольная. Так, да, вот она, сова. Раз. Должно быть три штуки, так как заказывал я сестре, заказывал я матери и заказывал я крестной своей. Запечатано довольно-таки хорошо. Вот эта сова, она еще пробилась, трек-номер пробился еще в начале, по-моему, в середине сентября. Сейчас уже середина октября, то есть месяц где-то пробился этот трек и на импорте, что импорт 15 сентября. И где-то все время, видимо, он это валялся. Так, вот они, еще две совы. Очень симпатичные совы. Очень положительные отзывы о них. Подарочные. Так, сейчас мы каждую проверим. Ага. Запечатано все. Вот такая вот цепочка. И вот такая совушка. Камушки, глазки, как у типа бриллиантики. Тело тоже какой-то камушек. Лапки подвижные. Вот это вот она двигается. Очень интересно. И сзади сделано так вот, как бы не пустотелые они, то есть не просто здесь ничего нет, а как бы еще сделано сзади, что она как бы такая, со всех сторон имеет форму. Довольно-таки неплохо. То есть, ну, вес такой имеет, неплохо, то есть будет держаться. Очень симпатичная вещь. Так,
Раз. Сейчас проверим другие. С пакетов не хочется мне распечатывать все-таки в подарок. И как-то хочется подарить уж в пакетах. Пускай будет запечатан. Так. Вот вторая сова. Хорошая. Вот это вот. Толстенькая. За что держится. Не знаю, как цепочка. Но я думаю, что плотная будет. Достаточно крепкая. Плетение у нее такое какое-то круглое. Тут на голове совы тоже как камушки такие, бриллиантики. В глаза большие бриллианты. А тут какой-то камушек, я вот не знаю, конечно, надо прочитать. И хорошо, что двигается хвостик у нее. Тут, кстати, как бы все подвижное. Очень интересные. Понравились мне, я вот заказал. Какие скромные подарочки. Скоро новогодние праздники. Вот к Новому году подарить. Так что вроде и скромненько, оно и приятно. Вот такая вот совушка. Третья. Все хорошо. Цепочка вроде не рватая. Такое ожерелье можно одеть на какое-то празднество, торжество. Так, это же не для повседневного использования, а вот на какие-то на банкеты, корпоративы. И, в общем, будет смотреться достаточно эффектно. Вот такая вот совушка. Кто заинтересуется, кому будет интересно, все ссылки положу под видео. Цена не особо большая на них, то есть можно использовать. На этом все. Всем пока.